Так, давай мы прямо сейчас тебя помучаем. Да, нет, нужно отвечать честно. Вопросы каверзные. Думаю или не думаю? Как обычно. Ну, думаю, конечно, честно отвечать. А давай не думаю. Ну, как не думая? Ну, не думая, мы тебе можем уровень интуиции проверить. Это мы тебя можем позже проверить. Давай. А сейчас мы тебя будем все-таки думать. А надо быстро отвечать. Да, отвечать быстро. Тогда нужно не думать. Давай. Сидел на унитазе, разговаривая по телефону? Конечно. Сваливал на другого свою ошибку? Ну, может быть, да. Ругался матом в общественном месте? Да. Целовался в примерочной магазине? Нет. А передаривал подарки? Да, один раз было такое. Дедушке своему передарил случайно его же подарок. Это потом расскажешь. Отбивал девушку у другого? Да. Танцевал голый? Да, конечно. А на столе? Нет, на столе нет. Завидовал другу? Нет. Ходил на нудистский пляж? Нет. Вносил бывшую в черный список? Нет. Тебя била девушка? Девушка, нет. Ну, нет. Дрался на улице? Да. Преуменьшал свой вес в разговоре? Вес? Вес. Вес, в смысле вес? Ну, вес твой, килограмм, вес, да, да, да. Ну, нет, наверное. Ну, может быть, да, да, пусть бы, да. Плевался в человека? Нет. Делал пластическую операцию? Да. Говорил другим, что купил что-то дороже, чем на самом деле? Да, пусть бы, да. А сбегал с первого свидания? Да. Был на первом свидании? Что понимаешь, чем я? Ну, тролливали, конечно, был. Был, да, да. Писал бывший по пьяни? Нет. Жевал бумажку с желанием на Новый год? Желание на Новый год? Когда сжигают? Да, да, да. А, ну да, но это мы снимали, короче, это ты потом программу, да. А отсылал свои интимные фото кому-либо? Девушке только своей. С головой? Да. Обращался к гадалкам, ведьмам, колдунам? Слушай, давным-давно, наверное, последний раз лет 5, наверное, назад было. Ну, время обновить, давайте поаплодируем.